Да, нашел свой номер. Заходим. Так. Темно. Ой. Темно. Включаем свет. Включаем свет. Везде. Так светло. Нормально. Вот такой номер. Гостиница Пекин. Гостиница Пекин в Минске. Вот такой номерок. Чай здесь сразу же с водичкой, с кофе. Телевизор. Столик вот рабочий с телефончиком, со всеми делами, с подсвечником. Вот, ну-ка. Опа, балкончик. Ну, на балкон не пойдем. На балкон не пойдем. Вот. Такие вот номера. Здесь в Пекине апартаменты. Вот. С жалюзями. Душевая. Туалетом с жалюзями. Закрывается, похоже. Да. Вот такие апартаменты. Вот. В Минске. В ресторане очень вкусно было. Пища китайская. Очень даже вкусная и полезная. Осьминог. И свининку попробовали, и говядинку. Огурчики, капусточка, в общем, все. Все очень вкусно. Так, ну ладно. Телефон выключаем, включаем телевизор.